В Актюбинской области растет число преступлений, раскрытых с помощью служебных собак. На счету четвероногих помощников полиции десятки задержаний преступников. Кинологическая служба ДВД области расширяется и укрепляется. А тех, кто верно несет службу вместе с полицейскими, материал Елена Устимович. Руслан и Шарлотта вместе уже 2 года. Он кинолог, она лабрадор и верный помощник. Собака обучена искать взрывчатые вещества. И хотя Шарлотта хорошо справляется со своими профессиональными обязанностями, каждодневные тренировки никто не отменяет. Если настроения нету, собаки уже чувствуют, потому что как бы с человека тоже выделяется запах свой специфический, когда он злой, настроение, и собака уже не работает. Ну, как бы, хоть и у человека нет настроения, надо стараться, чтобы не показывать свой негатив собаке. С начала года четвероногие помощники помогли полицейским раскрыть почти 60 преступлений. Треть из них связана с наркоторговлей. Ликвидировано 15 точек сбыта, изъято более 10 килограмм запрещенных веществ. Барон Лахабисенде. У нас есть собака по кличке Барон, которая ищет наркотики. Недавно он помог задержать наркоторговца. Помимо этого, собака участвует в соревнованиях, привозит призовые места. Он и сейчас вместе с кинологом на соревнованиях в Алматы. Собаки работают в 3 основных направлениях – общеразыскное, поиск взрывчатых веществ и поиск наркотиков. Очень часто предрасположенность собаки к тому или иному виду работ зависит от ее породы и темперамента. Самая распространенная порода собак в кинологическом центре – немецкая овчарка. Их кинологи считают универсальными. Лада, Рэмбо, Синди, Рокки стоят на посту вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Кинологической службы ДВД Актюбинской области 25 собак. Большинство из них участвуют в розыске, другие патрулируют вместе с полицейскими улицы областного центра. И везде умные животные показывают свое высокое мастерство. Елена Устимович, Булат Молдагалиев, Айбек Даутов, Актюбинск.